Всем привет! Всем привет! Показываю вам новый патиссон, который называется... Скейт. Я сначала читал, у меня название на английском, читал скат, ну а потом, когда переводчик забил, он переводит как скейт. Но это не тот скейт, на котором катается, а просто название у него скейт. Покажи мне. Он очень красивый, вот он. Он очень красивый, и красивая у него форма. Звездочка какая-то, да? Да. Это не как обычный патиссон. Обычный идет с одним таким кружочком, а здесь по два таких кружочка. И это делает его очень декоративный цвет. А по вкусу это самый обычный патиссон. Поменьше плодик и побольше. Милана пробовала их жареными. Как они тебе? Вкусные. Очень вкусные, да. Мы их и законсервировали. Зимой будем пробовать. Возможно, даже если успеем, найдем время, отснимем вам. Напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть обзор на консервированные такие патиссончики. И пока Милану я не буду заставлять туда идти внутрь, потому что кабачок колючий, Милана в шортах, чтобы не поколола ноги, я зайду, покажу их, какие они еще у нас есть. Потому что каждый кабачок... Патиссон. Вот он молоденький, вот в таком виде. Молодой. Давай, Милан, сорвем, бабушка завтра нам же их пожарит. Может быть, мы их даже с ней пожарим. Давай два сорвем. Положишь на столик туда, где мы взвешивали арбузики. Будем взвешивать? Да не, они грамм по 200. Смысла взвешивать их я не вижу. Я просто покажу нашим зрителям еще их. Вот, вид, как видите, листья большие, плохо, неудобно снимать. Один и второй лежит кабачок. И несмотря на это, завязывается еще молоденькие. То есть они есть и есть. На кусте три переросших и завязываются малыши. Вот они еще и там лежит. Их достаточно много на кустиках. Мы успели их и наконсервировать. Здесь и вон там у нас будет много семян, с них хватит всем. Их тут целый ряд, посмотрите, большой посажен, два ряда. И эти арбузики я уже замотался за сегодня, оговариваясь, эти патиссончики можно будет у нас приобрести. В описании под видео есть ссылка на сайт, заходите, скачивайте каталог. И покупайте семена. Нам мы еще покажем вам маленькие, которые мы пожарим. Кстати, вот такие лучше всего консервировать. А рядом арбуз емеля и кабачок лимон. И емеля, и лимон тоже можно приобрести у нас семена. Ну а на этом мы прощаемся с вами. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ну, до новых встреч. Пока. Пока.